Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Realme C25S вводить секретные коды, и также покажу вам некоторые из них. Чтобы вводить секретные коды, открываем клавиатуру набора номера и вписываем секретные коды здесь. И первый код на сегодня — звездочка решетка 6776 решетка. Нет у нас всякие информации о нашем телефоне. Как видите, тут дома довольно много всяких продвинутых информаций можно найти. Следующий код — звездочка решетка 888 решетка. Это у нас наш PCB номер и также QR-код к нему. Следующий код — звездочка решетка 426 решетка, звездочка, решетка, звездочка. Это у нас меню CM диагностики. Здесь можем просматривать всякую инфу о нашем подключении Wi-Fi. Следующий код — звездочка решетка 225 решетка, звездочка, решетка, звездочка. Это у нас меню сведения о календаре. Следующий код — звездочка, решетка, 07, решетка. У нас максимальный уровень SAR. Следующий код — звездочка, решетка, 800, решетка. Это у нас меню обратной связи, то есть здесь можем оставить комментарий, отправить сообщение в техподдержку Realme, там, ставить рецензию, может у вас какая-то ошибка, связанная с одной из этих функций. Такое может быть полезное меню. Следующий код — звездочка, решетка, 1234, решетка. И это у нас меню, точнее, это у нас версия прошивки. И последний код на сегодня у нас — звездочка, решетка, 06, решетка. И это код, который отображает наши номера e-mail. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.